Headshot. Double kill. Multi kill. Мозголом. Вышибатель. Кибер-компания «Не та кнопка» представляет. Громадный потенциал. Или чем хорош пулемет Юджина Стоуна. Рыкутагин, скажи-ка мне, а сколько мозголомов в этом видео? Это хороший вопрос. По-моему, 4, 5. Или нет, подожди. Сука, нафиг ты это вообще спрашиваешь? Чё, специально что ли? Любитель, блин, интересных вопросов. Да. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортин, а также Капитан Очевидность. Капитан Очевидность. Здравствуйте, зрители. Молодец. Итак, сегодня у нас будет наиболее полный, так сказать, качественный обзор пулемета Юджина Стоунера, современная модель А1. И первое, что бросается в глаза и вообще, так сказать, поражает своей невероятностью, это ТТХ, причем не только официальные, но и скрытые. Тут и колоссальный урон, огромный магазин, фантастическая минималка для пулеметов 56 единиц, множитель в голову, руки, тело, ноги, жопу тоже зашкаливают. И по сути получается, с такой минималкой, да при таком множителе, данный пулемет может сваншотить практически любой шлем на практически любой дистанции. Да. Ебучий случай. Мой мир не будет прежним. Бля, да это же имба. Нафиг они такое вводят в игру? Понимаешь, Капитан Очевидность, я тоже вначале так подумал, а потом понял, что все-таки баланс здесь присутствует, и таки ничего фантастического в данном пулемете нет. А балансируется, друзья, все не самым быстрым зумом. Да, это, конечно, не радон, но все-таки зумчик здесь такой, знаете ли, умеренный. Это с одной стороны. А с другой стороны, у пулемета весьма легкая в контроле, но при этом рандомная отдача. То есть запустить на какой-нибудь дистанции инженера или такой более-менее средний штурмовой в небольшую область с размером с голову или в тело противника длинную-длинную даже очередь, хоть весь магазин, это вообще не проблема. Там чуть-чуть буквально приспускаешь, он просто на месте стоит, но при этом пули летят левее, правее, левее, правее, вот так вот. При этом рандомно. То есть добиться потрясающей просто точности, чтобы через всю карту на любой дистанции попадать в голову, нет, друзья, это не про этот пулемет. Плюсом к этому идет не самый высокий темп стрельбы, поэтому все-таки баланс здесь присутствует. И имбой данный пулемет, ну просто язык назвать не поворачивается. Однако при этом нагиб реально весьма годный, если все делать правильно. Так я не понял, он вообще нагибает или нет? Конечно нагибает, Кэп, я только что об этом говорил. Все с ним нормально. Вот понимаете, для простых игроков, особенно которые не играют чаще всего штурмовиком, инженером, скажем, ну просто так бегают по кайфу, ту-дум-бум-бум, решили попробовать, а там наберите отдача, там еще что-нибудь, где-то что-то как-то, и привычки нет точно стрелять, там и в магазин засаживают в тело, и пинг плохой, и сука, ничего не получилось. А тут бац, пулемет Стоунера есть, отдачи нету, зажим на 180, либо 200 патронов. Все качественно в тушку залетает, в голову залетает, урон фантастический на любой дистанции. Множители качественные. Для новичков будет весьма неплохо. Да просто по фану даже опытным игрокам с данным пулеметом играть понравится. Душевный, он такой прям вот мощь ощущается. Чем-то напоминает пару. Помните вот старую пару, когда только ее вели, но пара в свое время просто была дичайшей имбой. И кстати, знаете, если бы данный пулемет вели даже года два назад, когда еще броников не было столь могучих, как сейчас, года два-два с половиной назад, вы знаете, он был бы дисбалансом, причем лютым. Однако все-таки, в отличие даже от старой пары, у него нету точности, как у той же пары, он рандомит, рандомчик присутствует, не без этого. Кстати, чем-то напоминает старую отдачу XM8 LMG. Помните, были времена, когда данный этот пулемет, он нагибал, LMG в смысле, XM8, и он реально гнул, он был качественным, и многие даже предпочитали на мясе, на том же играть с ним, нежели с донатом. И вот Стоунер в какой-то степени похож на
именно тот LMG. Так выходит, он лучше Беретты? Капитан Чилис, ты как всегда задаешь какие-то фундаментальные вопросы. Ну, конечно, нет, конечно, он не лучше Беретты, я об этом и не говорил. Беретта — это штурмовая винтовка. Это такой, знаете, обезжиренный киберспорт. Тушкострельный, правда. Это высокий ДПС, быстрый ТТК. Стоунер — это такая неспешная машина, но при этом машина нагиба. Она не отличается какой-то супер, прям вот, быстрым распилом, но при этом качественным, на любой дистанции. Хэдшот и дальше Беретты ставит. Ну, дальше ставит, я не уверен, что вы на той дистанции, где ставит Стоунер, теоретически на любой сможете попасть в эту голову с его отдачей. Опять же, тряска и отдача, она приятнее, нежели у Беретты, просто рандомная. Я вообще не вижу смысла сравнивать Стоунер с какими-то топ-пушками. Понимаете, с одной стороны, с ним можно сыграть не хуже, чем с топ-пушками, например, на мясе. Или, скажем, где-нибудь на штурме Стоунер, возможно, даже будет лучше, чем топовые стволы штурмовика. Без шуток, с таким запасом патронов держать точку, хе-хе, ребята, одно удовольствие. У тебя такие сексуальные потные подмышки, Ракутагин. Не трогай мои подмышки, понял, они абсолютно нормальные. Короче, ребят, Стоунер, пушка, вполне годная. Вот, не могу сказать, что она прям... Выбивать? Нет. Скорее, больше для многих коллекция. Но при этом коллекция не бесполезная. Вот пойти на штурме, выбрить просто все черное золото с ним — вообще удовольствие. Доминация и уничтожение. Вот такое, понимаете, по кайфу, где много людей, сука, по очкам зажал просто целое ведро, бля, клешней. Вот это мое, это я люблю. Да и по ПВЕхам можно побегать. Конечно, надо отметить, что на ПВЕхах более точные пулеметы или, скажем, Хармс тот же, будут поинтереснее. Но сказать, что Стоунер сильно им уступит, да нет, друзья, вполне годный и отличный агрегат. Вот такой он, друзья, пулемет Стоунера. Нимба. Пушка, скорее введенная, что называется, для коллекции, для разнообразия. Но это не та коллекция, которая скорее вызывает отвращение и будет пылиться на складе. Понагибать с ним очень даже можно. Агрегат душевный. И как-то хаять его, сильно критиковать почему-то даже нет желания. Действительно, очень и очень приятный в геймплее. И если данное видео вам понравилось, ну по каким-то причинам, друг, то ставьте лайки, это по желанию, как хотите. Яйки чешите, это обязательно. Без этого, ребят, да вы сами знаете, ну просто никуда. Яйцо почесал, у Стоунера будет просто точность, как у М16А3 на все 180 или 200 патронов. Сука, мечта просто, и зум, как у Энфилд. Да. Или лучше, как у Крис Супер В Кастом с родным прицелом. Вступайте в нашу армию, нагибайте все, и мы увидимся с вами.